В Видном запущен новый проект «Талантливые дети». Один из его организаторов, клоун Алекс, уверен, талантливые ребята есть в каждом доме, в каждом дворе. И по выходным собирает ребятню и взрослых, устраивает творческие мастерские, конкурсы вокального пения, чтения стихов и многое другое. Наш мобильный репортер отправился на Советский проезд, где у дома номер 5 прошел веселый спортивный праздник. Почти полсотни местных жителей откликнулись на призыв поучаствовать в состязаниях, которые помогли организовать депутат городского поселения Видное Павел Русаков и предприниматель Шамиль Магомедов. Среди самых ярких конкурсов – преодоление тоннеля. Дети с удовольствием выполняли задания. Ну и, конечно, никто не отказался от возможности потанцевать под веселую музыку, которую организовали сотрудники кинотеатра «Искра». Ну а завершился праздник вручением подарков, которых хватило всем ребятам.